Так. Пока выйду из войс. Была котейка, ну хорошо. Ебой. В 20-е время вернуться там весело. Давай. Так темно, ничего не видно. Я уже вылечили где-то. Ай. Это ж польза от руи на ноль. Что за перк доктора ты скажешь? Слежку и наказание. Он уменьшает радиус вне погони и увеличивает его в погоне. Это, по-моему, друзьяшки. Прикольно, что она тогда перепрыгнула. Одного убили. Очень темно, очень темно. Вообще ничего не видно, они столько взяли перков себе на необозримость, так сказать. Должен успеть. Оник, все мы теперь идиоты. Что ж ты так?
есть. Обожаю за Хагу играть. Вместо этих погонь просто телепортируешься и убиваешь выживших. Как же это приятно. Satisfaction 110 уровня. Ну, кстати, где-то здесь сидит. Ха! Видели? Видели это? Черт возьми, это было очень удовлетворяюще. На всякий случай. Кстати, это на клипас тянет. Чувак спрыгнул, я телепортировался и за жопу его схватил. Карта немножко неприятная, в ней ничего не видно. Ой, я его вижу. Он ждал, пока я найду и открыть ворота. Молодец. Интересно. Там нет ворот. Этого люка. Найс. Абсолютно провальная катка превратилась в абсолютно победную катку. Там где-то, скорее всего, люк. Но против Хаги опасно по карте передвигаться, когда ты один. Пир для сущности. Ух ты. Тысячный убитый? По-моему, тысячный убитый. Да. Тысячные убитые, чуваки! За маньяка я за год убил 1000 человек уже. 1000. Поставлю им лайк. Вот за год можно сделаться до достижения. Можно, скорее всего, и быстрее, если на манах играть. Но сколько каток уже сыграно? Уже не менее 200 каток сыграно. Даже 250. Даже больше за мана. Ой, кошмар. Так.